Всем привет! Сегодня я построил очень классную карту для гонок с телепортами, с трамплинами и с различными путями. Вот она. Смотрите, она получилась достаточно интересной. Тут очень много разных дорог, как коротких, так и длинных, но любая дорога так или иначе ведет к финишу. Поэтому можно прийти абсолютно любой дорогой, по любому пути. И я решил позвать видео своих подписчиков из Дискорда. Я не знаю, сколько у них там кубков, потому что они будут принимать участие в видео первый раз. Поэтому думаю, что будет интересно. И чтобы было еще интереснее, я решил добавить приз за победу в этой гонке 60 гемов. То есть, кто сможет в этой гонке выиграть меня, то есть прийти к финишу раньше меня, получит 60 гемов. И вы скажете, как же другие люди, которые не знают карту, смогут меня обогнать, если я уже знаю тот самый короткий путь. Дело в том, что я каждый раз буду идти по разному пути, чтобы вам целиком показать эту карту. Поэтому обогнать меня вполне реально. И более того, я всем участникам дам время в 2 минуты, чтобы изучить карту. Давайте пока что я вам покажу всех участников, пока они изучают карту. Так, кстати, я заметил, что тут два знакомых мне ника, это Iceboy и Relax. Они уже, по-моему, попадали в видео. Причем это простые люди из Дискорда, то есть вы тоже можете попасть в видос, если вступите в мой Дискорд и будете там достаточно активны. Я уже сказал всем, что мы играем на Шелле с пассивкой аптечкой и с гаджетом перемотка. То есть можно сразу же использовать гаджеты. Ультовать, разумеется, нельзя. Сейчас скажу этим людям. И все. В принципе, правила достаточно простые. Нужно просто прийти к финишу. И погнали. Все, все уже изучили карту. Так, я первый, отлично. Так, сразу вверх надо, сразу надо вверх. Так, сейчас второй гаджет. Хотя, не успеваю. Так, со мной двое. Со мной двое. Хорошо, я пока что впереди. Ой, Айсбой что-то отстал. Айсбой отстал, отлично, назад сейчас. Окей, так, хорошо, 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 все, я оторвался от всех. Так, на зеленый телепорт сейчас надо будет вниз сразу идти. Так, вниз, окей, окей, на правый трамплин. И выходим сюда наверх, так, 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 так. Гаджетов у меня уже больше нет. Ой, второй человек не туда полетел. Это была его ошибка. Ну что ж, я первый дошел до красного телепорта. Никого просто и близко нет ко мне. И да, что это просто? Так, ну я очень сильно от всех оторвался. Я не знаю, что это такое, но просто никто даже до красного телепорта, по-моему, не дошел. А, жесть просто. Сейчас я, походу, просто единственный, кто приду к финишу, да. Вот это да. Просто люди не знают, куда идти, что ли. И окей, все, сейчас последний трамплин, и да, это победа. В общем, в этот раз попались люди, похоже, не один. А, нет, Саня там какой-то. Саня близко, он сейчас может финишировать, Саня. Давай, Саня, мы в тебя верим. Так, Red Pixel куда-то не туда пошел. Red Pixel нужно идти на желтый телепорт. Да, Сёма, это Сёма. Все, Сёма сейчас тоже придет к финишу. Давай, Сёма. Давай на трамплин, да, лети туда, Сёма. На трамплин, Сёма, тебе надо на трамплин. Он, к сожалению, меня сейчас не слышит. Нет, Сёма, тебе нужно на трамплин просто. Блин, Сёме нужно было просто встать на трамплин. И он бы пришел к финишу, да. Сёма не понял, к сожалению, как тут финишировать. И в этот раз пришел я один. Сейчас я, конечно же, соберу новую комнату из новых людей. И знаете, наверное, я дам побольше времени изучить карту. Наверное, минуты 3-4. Ну что ж, у нас полностью новая комната, это уже другие люди, и они тоже сейчас изучили карту, прошло уже минуты 3, наверное. Я им всем сказал нажимать готово, но до сих пор кто-то не нажимает. Давайте начинаем, народ. Ну что вы, серьезно, так долго? Все, все, начинаем. И давайте я вам сейчас покажу другую дорогу. Так. Блин, мне не повезло со стартом. Сразу гаджет. Некоторые не юзают гаджеты на старте, это очень большая ошибка, так. Сразу еще один гаджет. И все, я снова первый, идеально. Хотя сверху там получше трамплин был. Так, я сейчас пойду наверх. Сейчас покажу вам другой путь, тоже по которому можно дойти.
Так, это путь не через телепорт, а через вообще через туман. Так, за мной два человека, но они слишком далеко от меня, они не успеют, наверное, на телепорт. Ну что ж, нет, Блэд Леон! Ой, Блэд Леон сейчас допустил такую ошибку! Ему нужно было не лететь на трамплине! Ой, Блэд Леон мог сейчас одновременно со мной прийти в телепорт, жесть! Блэд Леон сейчас так сильно ошибся! Зачем он полетел на том трамплине? Ой, это была очень серьезная ошибка. И я сейчас снова приду первый. Так, и в желтый телепорт. Хорошо. Ну что ж, снова я пришел первый. Никто даже близко со мной не пришел к финишу. Хотя, вот тут обходить карту справа на самом деле подольше. То есть, если бы я не обходил, то я мог прийти быстрее. Вот, отлично. И я сейчас снова буду первый. Окей. Никто, к сожалению, опять не получает 60 гемов, потому что, несмотря на то, что все изучили карту, никто не смог прийти к финишу быстрее меня. Вот. Ну что ж, ладно, но зато сейчас уже финишировали многие. То есть, люди хотя бы прошли. Следующая девятка людей. Тут даже какой-то Aurum TV есть, ничего себе. Сам Aurum зашел со мной поиграть, вот это да. Ну, мне кажется, у него все шансы меня обойти, у Аурума. Самое главное, это тупо вначале вырваться вперед. Так, я сейчас пойду здесь, пожалуй. Я каждый раз иду по новой дороге вначале. Окей, мы улетели. Так, не надо, зачем все пошли назад? Это была ошибка, просто все люди ошиблись. Там не нужно было возвращаться назад. Так, ну я пойду куда-нибудь наверх. Ой-ой-ой, я немножко запутался. То есть вообще самый оптимальный путь это вот, подлететь на этом трамплине и сюда. Да, так быстрее всего. Тут самый быстрый трамплин правый, но я пойду в этот раз по левому. Так, сюда. И сюда. Окей, и я опять самый первый около телепорта. Да что такое? Что такое? Почему люди отстают? Я не понимаю. Там за мной шел Рома, по-моему, но он что-то отстал. Я пойду в этот раз на левый трамплин, тут тоже можно пройти. Тут даже, наверное, побыстрее выходит. Ой-ой-ой, что такое? Меня не подкинул трамплин! Лол, меня догнал Рома! Если он меня сейчас обгонит... А, черт, я еще запутался. Если у него есть гаджет... Так, надо сейчас гаджет юзать. И... Ой-ой-ой-ой, я тоже что-то запутался тут. У меня персонаж не повернул. Что это такое? Мы сейчас с ним одновременно придем. Лол. Чего? Что это? Почему я там не подкинулся? Жесть, мы одновременно с Ромой пришли. Слушайте, но все-таки задача была обогнать меня, а не прийти со мной одновременно. То есть, я даже не знаю, знаете, может быть, добавить его в друзья за то, что он занял первое место вместе со мной. Но все-таки он же меня не обогнал. А это, кстати, сделать очень просто. Давайте я вам сейчас покажу, как. В следующей катке. Я вам покажу идеальный короткий путь, по которому можно было меня обойти. Если что, я решил добавить этого Рома в друзья, он молодец, потому что пришел первым, хотя изучал карту всего лишь 3 минуты. Вот, но все-таки задача была обогнать меня, поэтому гемы он не получит, к сожалению. Но зато у него есть шанс еще раз меня обойти, потому что он сейчас опять в комнате. И давайте я вам сейчас покажу еще один, как по мне, самый короткий путь. По-моему, у нас два человека, которые уже играли. Ну окей. Ой, все, я первый появился, идеально. Рома там где-то... Рома третий, окей. Так, ой, Рома не успел на трамплин, жаль. Айсбой решил вернуться, ясно. Айсбой, это была ошибка. Ну окей, я опять первый. Сейчас я пойду по самому короткому пути. Ой-ой-ой, что это такое? Я запутался тут, лол. Я просто сейчас запутался. Жесть. Ладно, бывает, ничего страшного. Все равно эти люди, скорее всего, меня не обгонят. И я иду налево. Все, я иду налево. Блэд Леон, кстати, пошел. Ой, центральный трамплин самый долгий. И все, Айсбой не успел за мной. Кстати, если бы сейчас Блэд Леон пошел на правый трамплин, у него были бы шансы меня догнать. Вот, в общем, здесь тоже можно обойти слева. Почему никто не шел по этому пути, реально? Жесть, если бы сюда кто-то пошел, он бы меня изи обошел.
И да, все, я первый около телепорта. Рома очень сильно отстал, к сожалению. Окей, и все, я первый. Опять никого даже близко нет рядом со мной. Ну что, кто у нас второй там появится? Кто будет вторым, Рома или кто-то еще? Рома второй, окей. Но он очень сильно отстал от меня, к сожалению. Потому что Роме просто не повезло в начале, он не успел на трамплин. Ну что ж, бывает. И Блэд Леон третий придет, походу. Или Сэнди. Ну, в общем, Блэд Леон и Сэнди придут третьими. Ну что ж, неужели опять меня никто не обогнал? Давайте тогда сыграем еще одну катку с подписчиками. Еще прям последний раунд. Чего? Тут еще и Фортик, блин. В последнем раунде ко мне зашли в комнату Крейзи и Фортик, которые уже знают эту карту просто. Блин, походу сейчас будут минус 60 гемов. Черт. Ну давайте, последний раунд. Сейчас, походу, Крейзи или Фортик меня обойдут. Мы с ними играли вчера на этой карте. Блин. О, я первый. Все. Сейчас по самой короткой дороге иду. Так. Так, отлично, никто не успевает. Все, мы с айсбоем только. Айсбой, зачем? Так, Крейзи сюда перелетел, Фортик тоже, лол. Тут все трамплины в начале примерно одинаковые. Артур еще впереди. Так, надо сюда. Быстрее. Крейзи тоже знает эту дорогу. Так. Сюда. Фортик с Артуром идут одновременно с нами. Так, сюда. Сюда. Окей. Выходим. Ой, Артур, зря. Это была ошибка, Артур. Так, я первый. Идем сюда. Так, Фортик не знал, как правильно идти. Фортик ошибся. Так, Крейзи пошел по левой дороге. Блин, я должен быть впереди. Я не знаю, какая дорога быстрее. Ой, блин, Крейзи здесь. Привет, Крейзи. Привет. О, Крейзи еще немножко запутался, окей. Так. Нет, телепорт долгий. Блин, Фортик там еще сзади нас. Фортик догоняет. Мы с Крейзи одновременно. Ну нет, Крейзи не смог меня обогнать. Мы одновременно финишируем. Фух, жесть просто. Да, мы с Крейзи одновременно приходим к финишу. И третий Фортик. Ну нет, даже Крейзи не смог меня обогнать, хотя он знал эту карту идеально так же, как я. Ну что ж, на этом все. К сожалению, никто меня не смог обогнать в этот раз. Хотя я шел по разным дорогам, и мне кажется, шанс был. Вот, но, к сожалению, 60 гемов сегодня никто не забрал. Если что, этот режим у нас будет в Форт Боярде. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.